Ученики третьей школы в микрорайоне Авиаторов осваиваются в новом месте. Масштаб здания поражает. Просторные кабинеты, спортивные залы, помещения для проведения активного досуга. Как ученики и учителя обживаются в новой школе, выяснила Ольга Русул. Урок географии в 6 классе вместе с преподавателем Еленой Тютюниковой ребята изучают новую тему. Образовательный процесс в современном здании проходит плодотворнее, считает педагог. Для нас радость огромная, что у нас у каждого педагога есть свой кабинет. Мы не работаем две смены, это очень здорово. Мы можем посвятить время ребятам после учебных занятий, ну, когда снимется, конечно, определенные меры, да, связанные с коронавирусом. Ну, а так у нас, конечно, оборудовано, у нас у каждого педагога будет свой компьютер, у нас будет принтер, у нас интерактивные доски. Поэтому, конечно, школа оснащена, и кабинеты оснащены всей последней техникой, которую можно просто позавидовать другим школам. Все, а первая смена вас радует? Да. Учитель начальных классов Ольга Шибаева также уверена, что новая школа будет стимулировать учеников к хорошей успеваемости, а учителей к еще более качественному труду. Это такое подспорье, когда учителю работать легче, потому что есть все под рукой. И доска очень хорошая, и компьютер современный новый, и принтеры нам поставили. Это все, конечно, на переменке, после уроков. Мы теперь имеем право посидеть в своем кабинете, приготовиться к следующему уроку. Все делаем в классе. Теперь, приходя домой, мы мамы, жены, бабушки и так далее. Подопечные Ольги Шибаевой за 2 недели практически освоились в огромном здании. Сильно отличается этот класс от того, который был в старой школе? Да. А чем отличается? Ну, что он большой, просторный. Рома говорит, что уже самостоятельно ориентируется в новой школе без посторонней помощи. Всего в школе открылись 30 классов, в том числе 5 первых. Порог нового здания переступили 694 ученика. И все они без исключения под впечатлением от новой школы. Еще одна достопримечательность новой школы – столовая. Нравится тебе новая столовая? Да, нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Класс. Столы, стулья, ну и еда. Мне нравится здесь каша, ну, вся разная еда. А отличается то, что тут столы маленькие, а там побольше. Прямо все там старые помещались. Ну, тебе тут больше нравится? Да. Отдельного внимания заслуживают просторные школьные коридоры. Очень большая и очень много места. То есть для каждого есть место для отдыха. То есть можно где-то посидеть на мягких сиденьях, не просто скамейках. Также тут мне понравились эти панорамные окна. Это очень красивый вид на город, на центр города. И очень приятно смотреть и приходить в школу. Проводить в них время – одно удовольствие. Мягкие диваны и уголки, в которых можно уединиться, например, чтобы подготовиться к предстоящему уроку. Из такого маленького здания, где у нас там была такая семейная домашняя обстановка, попасть в такой, скажем так, школьный город, потому что наша школа состоит из двух главных корпусов. Это корпус начальной школы, корпус старшей школы, у нас корпус спортзал и актовый зал, это старшая школа, и столовая, и спортзал начальная школа. Они все соединены теплыми коридорами, поэтому это такой большой город, мегаполис, можно так сказать, школьный, да, в котором как и нам, так и детям пока еще очень сложно ориентироваться. Но у нас есть уже навигация, поэтому достаточно пока первое время детки у нас немножечко путались, да, но сейчас все вошло в свое русло, и буквально через 2-3 дня все уже хорошо, спокойно ориентируются. Ожидают открытие, актовый зал, зал для занятий хореографией. Ну, наверное, для нашей школы, вообще для школы, да, у нас в округе это большая редкость, когда у нас есть такой хореографический зал, который полностью у нас оснащен. У нас есть станки двух размеров, которые где вот. Первая у нас высота 75 сантиметров, где у нас могут ребятки начальной школы заниматься, да, и 1,10 м.
ребята, которые постарше. То есть, ну, в этом зале, естественно, так как у нас есть массовые мероприятия, дай бог, что нам скоро разрешат их проводить, и мы планируем в этом зале заниматься с детьми танцами. То есть те номера танцевальные, которые мы будем готовить, первоначально все будет здесь. Впечатляет и система контроля и безопасности в школе. Сразу на входе в здание расположены турникеты. С сегодняшнего дня зайти в школу можно только при наличии специального ключа таблетки. На входе теперь не просто стоит охранник и там как-то контролирует это, а еще ставят турникеты, чтобы отслеживать, кто опаздывает, кто приходит вовремя. Вот. Нравится то, что... Нет. Ученики и педагоги третьей школы только обживаются в новом здании. Не все помещения еще обустроены до конца. Это тема для следующих репортажей. Ну, вообще у нас сейчас такой еще идет период, как знаете, вот мы должны, наверное, обжиться в этом здании, потому что прошло еще не так много времени. Учителя уже приходят со своими идеями, а как еще можно вот сделать так, так, так. Еще не реализовано до конца то, что планировалось. Вот у нас еще навигация не полностью реализована, но у нас все постепенно вот сейчас все заканчивается. Но планы, конечно, у нас грандиозные у всех, потому что, конечно, такое новое здание, оно мотивирует не только учеников на хорошую учебу, но и оно мотивирует, конечно, и педагогических работников, педагогический коллектив. Остается добавить, участие в материально-техническом оснащении школы приняла компания «Русвет Петра». В рамках соглашения о социально-экономическом развитии региона с администрацией Ненецкого округа на средства недропользователей было приобретено оборудование, мебель и инвентарь для оснащения пищеблока, спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных кабинетов, административных кабинетов и иных помещений нового здания школы номер 3. Ольга Русул, Владислав Ткачев, телеканал «Север».